Что делать, когда последняя надежда угасает? Это тебе предстоит узнать. Наша последняя надежда отправилась в путь по морю, пытаясь найти способ покончить с чудовищами, которые охотятся на нас уже много поколений. Способ был найден, или так нам казалось, когда дракон взмыл в небеса, словно феникс. Охваченный пламенем агонии. Но наш герой так и не вернулся домой. Вместо него пришла буря, чудовище и непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный путь. Буря окутала драконью башню непроходимой завесой. Пускай сам дракон мертв, но, боюсь, из его пепла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни, узнай, что стало с нашим воином. Сразись с тем, что ждет внутри. Когда последняя надежда угасает, ее место занимает новое. И так будет всегда, пока мы дышим. Ugh!
Ничего себе, там драка идет какая-то. За звуки такие. Я знал, что ты выживешь. Привет! Эй, тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Я Уоллес. Я хотел увидеться с тобой и попросил командира. О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали, что Марк не вернется. Он был... ладно, забудь. Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. Ее комната дальше по коридору. Она подыщет тебе место. Как и всем нам. Увидимся. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Это раздача от Epic Game. Remnant from the Ashes. Мир был ввергнут в хаос с приходом древнего зла из другого измерения. В роли одного из последних представителей человечества вам предстоит в одиночку или в отряде до трех человек сразиться с несметными ордами монстров в надежде вернуть утраченное.
По первому взгляду игра неплохая, успей забрать сегодня, 19.12.2021 года. Если у вас имеется учетная запись Epic Game, зайдите через телефон и заберите игру до 7 часов вечера. Всем хорошего дня и времени суток, с вами был Розе, всем до новых встреч.